23 харьковских спортсмена из Национальной юридической академии приняли участие в юбилейной 30-й кросс-континентальной гонке из Азии в Европу. Чтобы получить именной сертификат «Межконтинентальный пловец» с указанием результата заплыва, участникам необходимо уложиться в двухчасовой лимит. Это не просто из-за сильнейшего течения, рассказывает главный тренер харьковских пловцов Алексей Нестерович. Мы разрабатывали стратегию, как проплыть. Мы комплектовали участников по силам, чтобы им было легче плыть и ориентироваться. Но когда вся эта масса людей стартует, просто теряешься. И я на своем опыте говорю, я собирался плыть с еще двумя спортсменами, тоже сильными. Мы вот втроем собирались и стартанули, и друг друга не нашли. Спортсмены преодолели 6,5 километров Босфорского пролива. Всего в гонке приняли участие почти 2500 пловцов из 55 стран мира. Среди них более 400 украинцев. В Харьковской области уделяем внимание развитию спорта, массового спорта. Но когда есть самоорганизация спортивно настроенных людей, которые следят за своим образом жизни, которые могут побороть себя, могут побороть лень, добиться хороших, серьезных результатов, это особое достижение. Поэтому та команда, которая сегодня присутствовала здесь, они победили себя, они доказали, что они лучшие. Юлия Белая, медиагруппа «Объектив».